Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Niva 2005 года выпуска. Двигатель 1.7 механика, полный привод. Пробег на автомобиле 140 тысяч километров. Автомобиль побежал, хвостовик, и именно побежал через шлицевую. В том месте, где подходит карданный вал, хозяин обратил внимание, говорит, машина стоит, а лужа увеличивается. Но он думал, что побежал сам редуктор. Когда заглянули, увидели, что бежит на соединение именно не по сальнику, а по шлицевой. Хочу поднять, снять кардан, открутить фланец и посадить его на локтайт. Ну, как обычно это делается на ландроверах. Там все шлицевые фланцы всегда садятся на герметик. Поднимаю. Вот хорошо видно, висит масло. А сальник сухой. Сейчас откручиваю болты, снимаю кардан и откручиваю гайку. Но перед этим помечу маркером и закручу ее потом точно так же, чтобы регулировку не сбить на хвостовике. Отверткой вот так вот держу, чтобы у меня не прокручивался. Гайки здесь на 13. Сразу маркером помечу, как стоял кардан, чтобы его не переставлять, также и поставить. Ну и все, снимаю все 4 болта. Масло лежит, притом чистенькое. Солнышко отсвечивает, добавлю света. Гайка на 24. Так, ставлю 2 штифта.
Вот видно, сальник сухой. Сейчас еще заклепаю вот эту, чтобы она не звенела, потому что на ходу она неприятные звуки издает, когда дребезжит. Ну, здесь намотал тряпку, и теперь вот эти шлицевую всю протираю, подлажу сюда, потому что туда не побрызгаешь очистителем, чтобы обезжирить. Вот, вот я вот беру саму тряпочку, смочу, и он обезжирит, и он вытерет. Ну все. Так, здесь я закернил. Кольцо держится, оно просто со временем разбалтывается. То ли с завода так было, то ли что. Ну вот все, оно не двигается. Теперь отсюда. Вот обычно лактайт, который идет для приоровской головы, для грантовской. И по шлицам примерно в 5 миллиметрах намазываю его. Слишком много здесь не надо. Здесь достаточно пройтись одной полоски. Вот. Одеваю фланец на место. Одеваю на место шайбу. И закручиваю гайку. И закручиваю гайку. Так, вот я докрутил до того состояния, как она была. Чуть-чуть, немножко я добавлю, потому что было совсем слабо. Вот. Усилий особо никакого не создаю. Добавил. Не зажато ничего, но теперь бежать здесь не будет, лактайт не даст, и нагревшись, он подстынет. Теперь ставлю на место кардан, сейчас его тоже сполосну маленько. Так, все, фланец.
танец полоснул. Ставлю его на место. Наживляю болты. Ну и притягиваю ее, также держу. Все, кардан я притянул, по меткам его поставил и увидел здесь тавотница на кардане есть. Сразу прошприцую. Во, хорошо прошприцевалась. Лишнюю смазку уберу, которая здесь сбоку выступила, чтоб ее не раскидывала. Вот и все. На этом течь хвостовика я устранил. Всего вам доброго.